Начинается авиационная часть парада. Над главной площадью страны пролетят 68 современных летательных аппаратов военно-воздушных сил России. Открывают воздушную часть парада многоцелевой транспортный вертолет Ми-26 и 4 вертолета Ми-8. Ведущие группы вертолетов – летчик первого класса подполковник Алексей Попов. Пролетает группа армейской авиации с 4 многоцелевых ударных вертолетов Ми-28. Предназначенных для поражения бронированных целей и огневой поддержки сухопутных войск. Ведущий группы – летчик первого класса, подполковник Эдуард Казачек. Пролетают боевые двухместные ударные вертолеты К-52, предназначенные для поражения бронетанковой и механизированной техники, а также воздушных целей. Ведущий группы – летчик первого класса подполковник Иван Нерусин. Над Красной площадью пролетает тяжелый турбовинтовой транспортный самолет Ан-22 «Антей». Ан-22 – единственный в мире самолет, способный с тяжелым грузом приземляться на грунтовые взлетно-посадочные полосы и взлетать с них. Самолет пилотирует летчик первого класса майор Владимир Недашковский. В воздухе тяжеловес Ан-124 «Руслан». Самый большой в мире самолет военно-транспортной авиации. За штурвалом летчик первого класса майор Александр Башко. Самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50. Управляет воздушным судном летчик первого класса майор Валентин Ковалев. Красной площадью группа из 3 тяжелых дальних военно-транспортных самолетов Ил-76. Самолеты летят в полетном порядке клин на интервалах и дистанциях 200 метров. Возглавляет группу летчик первого класса майор Алексей Кременчуков. Летают 4 легких фронтовых истребителя МиГ-29. Оборудование самолета позволяет выполнять задачи в любых метеоусловиях днем и ночью. Возглавляет группу летчик первого класса подполковник Алексей Двинянинов. Группа из 4 тяжелых истребителей-перехватчиков МиГ-31. Ведущий группы – летчик первого класса подполковник Александр Павлушкин. Следующий строй представлен 4 фронтовыми бомбардировщиками Су-24М. Ведущий группы – летчик первого класса подполковник Эдмон Несговоров. Пролетает
вылетает строй из 4 истребителей-бомбардировщиков Су-34. Самолет предназначен для нанесения мощных и точных ракетно-бомбовых ударов по наземным целям противника. Ведет группу летчик первого класса подполковник Александр Жадан. В строю пролетают 3 дальних сверхзвуковых ракетоносца-бомбардировщика с изменяемой геометрией крыла Ту-22М3. Возглавляет группу летчик первого класса гвардии подполковник Денис Кривошеев. Летает группа самолетов, имитирующая дозаправку в воздухе. Топливозаправщик Ил-78, который пилотирует летчик первого класса, гвардии подполковник Сергей Томов, и сверхзвуковой стратегический бомбардировщик Ту-160 «Белый лебедь», пилот летчик первого класса, гвардии подполковник Сергей Волковицкий. Группа из 3 турбовинтовых стратегических бомбардировщиков-ракетоносцев Ту-95. Ведущий группы – летчик первого класса гвардии подполковник Александр Кокарев. Тактическое авиационное крыло – группа из 10 самолетов в составе фронтовых истребителей-бомбардировщиков Су-34 и истребителей Су-27 и МиГ-29. Ведущий группы – заслуженный военный летчик, летчик-снайпер, генерал-майор Александр Харчевский. Красной площадью единственной в мире пилотажной группы на боевых самолетах русские «Витязи» и «Стрижи». В едином строю кубинский «Бриллиант», 5 самолетов Су-27 и 4 МиГ-29. Возглавляет боевой порядок командир группы русские «Витязи» гвардии подполковник Андрей Алексеев. Замыкают парадный строй 6 самолетов штурмовиков Су-25БМ. Самолеты выполняют проход на высоте 300 метров на скорости 550 км в час с дымами цветов государственного флага Российской Федерации. Возглавляет группу летчик-снайпер полковник Александр Котов.